Голосование по Конституции официально стартует с 25 июня. Кто-то кричит, что надо идти голосовать против, кто-то уверен, что надо активно бойкотировать голосование. Но на деле никакая стратегия ничего не исправит, ни против, ни бойкот, потому что все это шулерство от начала и до конца. И итог все равно будет один. И чем больше людей это понимают, вне зависимости от их позиции по голосованию, тем лучше. Своей позицией с Накануне ТВ поделился политический обозреватель и журналист Константин Семин. Я не думаю, что активный бойкот или пассивный бойкот – это правильная тактика. Я просто считаю неправильными все остальные тактики. То есть вопрос о том, что необходимо делать 1 июля, я считаю порочным, дефектным. Ничего не необходимо делать. Что бы вы ни делали, ничего не изменится. То есть ваше внимание переключают на негодный объект. То, к чему должны быть приложены ваши усилия, интеллектуальные или физические, это не 1 июля. 1 июля не отличается от 30 июня и от 2 июля. Вот что я пытаюсь сказать. Пытаться людям пообещать, что активный бойкот приведет власть в чувство или к чему-то... там подвигнет ситуацию, это значит обманывать их так же, как обещать им, что голосование против или голосование за что-то изменит. Ничего это не меняет. Вам предлагают аттракцион, вам предлагают участие в шулерском таком фокусе, да, как вот я часто говорю, привокзальные кидалы предлагают вам сыграть в наперстки. И если вы активно не сыграете в наперстки, вы что, прекратите обман перед вокзалом? Прекратите одурачивание публики? Нет. Если вы сыграете и опрокинете стол и скажете, что у вас тут вообще нет шариков под колпачками, вы что-то измените? Нет. Вам дадут этим столом по башке. Поэтому самое главное – перестать придавать важность этому событию. Вы можете сходить проголосовать за, можете не сходить проголосовать против, можете не сходить проголосовать. Вы просто должны понимать, что это туфта от первой до последней буквы. Вот что я пытаюсь сказать. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.